Привет, привет, мои дорогие. Думала вилкой, а буду жрать ложкой. Даже не знаю, положил себе одно бедрышко, а хватит ли мне, чтобы нажрать организм как следует. Конечно, вот без хлебушка, но этот салат надо есть с хлебом. У меня вот такой с отрубями. Тут он все рядышком. Этот салат можно есть целыми днями. Делала его с вами. Я чуть-чуть полила еще капельку маслица. Здесь кислый огуречек, картошечка, помидорка, лучок, чесночок. И на работу. Ну. Я его еще себе оставила на вечер. Давно не делала, давно такого салата не дала. И бедрышко в гриле. Без масла, без всего. Ой, вкусненько. Наверное, еще бедрышко-то надо было взять. Очень вкусно. Салат улетает только в путь. Грили, даже косточки все прогрелись. Заказал себе пудру для башки, буду модная. Кстати, искала, такая думаю, как-то смотрела, на Wildberries дорогая была пудра. Зашла на Озон, думаю, посмотрю на Озоне, я там, ну, тоже что-то покупала. Пудра за 194 рубля. А там... Я как-то покупала, но, видать, ничего не запомнилось. И ладно, думаю, я посмотрю сначала пудру на Wildberries. А там она еще дешевле.
Ну, что тут? Прям. Жрать так жрать. И заказал на Вайберс. И намного дешевле. И на наш пункт. Буду бегать. То туда, то сюда. А чтоб от нас не пахло луком, надо выпить заварочку, пожевать петрушечки. И почистить зубки. Пойдем чистить вместе. У меня на вечер вот рис курицы, да, остался, ну ладно, и салат. Ну, дело в том, что вот я думаю, все надо вот как-то на выходные прям всего много наготовить, но ведь не захочешь есть там, хочется свеженького. Суп я 2 раза поел. И все. Больше не хочу. Хлеба больше не буду. Ну, кстати, еще попейте кофе и почистите зубы. Или наоборот, почистите зуб, попейте кофе, чтобы не пахло луком. Полностью сгружать не буду. Мне это выкину. А это есть кому угостить. Ох, наелась Наташа. Можно валить на работу. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.